Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Ганна Гардєєва. Глядіть у гэтым выпуску. Вялікая дружба регіёна у Гомель сустракае удзельнікаў міжнароднага фестываля «Славянскае адзінства». Апошні крок на шляху да дарослага жыцця. 240 студэнтаў вобласці адправіліся на рэспубліканскі выпускны. Народная зарадка для ўмацавання здароўя. Тэлерадыёкампанія «Гомель» далучылася да рэспубліканскага інтэрнэт-челленджа. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Пасевы зерновых культур, якія моцна пацярпелі ад спякоты, будуць выкарыстаны для стварэння запасаў карму для грамадскага статка. У значнай ступені гэта вымушаная мера. Высокія тэмпературы паветра адмоўным чынам уплываюць на рост культур, што адбіваецца і да дасягнутых паказчыках. У прыватнасці, аб'ёмы нарыхтаваных травяністых кармоў зараз складаюць 11% ад гадавога задання. Разам з тым, па інфармацыі абласнога камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні, сітуацыя не з'яўляецца крытычнай. У шмат якіх сельгасарганізацый яшчэ застаюцца леташнія запасы. Значныя надзеі ускладаюцца на другі ўкос і кукурузу, доля якой у кармах перавышае 50%. Нарыхтоўка гэтай культуры пачнецца ў жніўні. Кроме того, у нас еще дополнительные резервы есть по заготовке кормов. Это пойменные луга, это однолетние культуры, которые высевались. Да, картина по пострадавшим посевам, она неоднородна по Гомельской области. Где-то есть районы, которые существенно пострадали, такие как Светлогорск, Петриков, Октябрь. А есть районы, которые, в принципе, практически не отразились. Такие сложные климатические условия, в первую очередь, связаны с тем, что там более тяжелые почвы. Гэтае пытанне сёння было разгледжана на пасяджэнні аблвыканкама. Апрача таго, у цэнтры ўвагі ход падрыхтоўкі зернеўборачнай тэхнікі. Да 8 ліпеня яе гатоўнасць павінна складаць не менш як 95%. Беларускія вытворцы здолелі закрыць усе нішы па харчовых і прамысловых таварах, якія ўтварыліся на рынку пасля ўвядзення санкцый. Праблем з забеспячэннем насельніцтва ў рэгіёне няма. Моніторинг ситуации на споживецком рынку проводится постоянно. На контроле ценоутворения, доступность гандлевых кропок, ассортимент товаров, захование санитарно-эпидемиологичного законодавства. Головный вывод, який зроблены на сегодняшнем посяджении облвыканкама, розничная сетка працуе стабильно. Проблемы, якія узникали после введения санкций, стратили актуальность. На сегодня все те механизмы, которые позволяют выравнивать ситуацию и сам решать главный вопрос, это обеспечение насыщения потребительского рынка, он выполняется в полном объеме. Все необходимые инструменты, механизмы задействованы. Товаров отечественного производства у нас более чем достаточно для обеспечения продовольствием. Мы сейчас видим хорошую положительную динамику и движение производителей в заполнении тех ниш, которые начинают освобождаться в связи с введением санкций. Также у нас все-таки, имея общий рынок с Российской Федерацией, мы видим активную работу по насыщению также совместному, то есть так белорусский продукт поставляется в Российскую Федерацию, также отдельные товарные позиции, которые выпадают где-то у нас, они поставляются с рынка Российской Федерации. Апрача таго, на пасяджэнні аблвыканкама звернута ўвага на ўцягненне ў гаспадарчы абарот аб'ектаў гандлю, якія не выкарыстоўваюцца. Сярод рэкамендаваных мер – здача ў арэнду, продаж і перадача сельскагаспадарчым арганізацыям для рэалізацыі ўласных прадуктаў харчавання. Яшчэ адна задача – каардынацыя дзейнасці арганізацыі гандлю ў сферы правядзення маркетынгавых мерапрыемстваў па фарміраванні станоўчых брэндаў беларускіх вытворцаў. У рамках дзяржаўнай праграмы развіцця сельскіх тэрыторый у вёсках Гомельскай вобласці працягваецца будаўніцтва арэнднага жылля для спецыялістаў. Адразу 10 катэджаў сёння ўвялі ў эксплуатацыю ў Светлагорскім раёне. Пры гэтым ключы ад двух дамоў у гэты ж дзень былі адразу ўручаны іх уладальнікам. Вікторыя і Валерый Сікорскія працуюць на новым жывёлагадоўчым комплексе філіяла «Гомельэнерга» «Дубрава-Агра». Яна лабарантам, ён жывёлаводам. 4 гады таму стварылі сям'ю, але ўвесь гэты час жылі ў бацькоў. У новым доме яны не ўпершыню і, напэўна, ведаюць тут ужо кожны куток. Будынак з усімі выгодамі – водазабеспячэнне, электрычнасць і падведзены газ. Ён будзе выкарыстоўвацца не толькі для прыгатавання ежы, але і для ацяплення. Зараз усёй мэблі ў доме толькі газавая пліта, але гэта часово. Планируем заселиться в районе нескольких месяцев, так как это не все сразу так
быстро все обставится. Начнем с холодильника, самое необходимое, а там дальше уже по необходимости стиральная машинка и, ну, и так далее. Кровать у нас уже есть, мы приобретали ее в рассрочку, поэтому дальше уже будет видно, что по необходимости. Для агрогородка Дуброва 10 новых домов – практично новый мікрараён, які пабудавалі усяго за паўгода. Гэта не просто добраўпарадкаванае арэнднае жыллё. Замацаваць моладзь у вёсцы і такім чынам даць яшчэ адзін штуршок развіццю сяла можна толькі стварэннем камфортных умоў для работы і пражывання. Во-первых, это создание более комфортных условий проживания граждан в сельских населенных пунктах. Второе – это привлечение молодых специалистов, грамотных, квалифицированных кадров для осуществления сельскохозяйственного производства, а соответственно это и повышение имиджа, создание условий труда и создание условий для жизни, более достойных і более комфортны. Першымі ключы ад новых дамоў атрымліваюць маладыя сем'і: Алена і Дмітрий Савянок з сынам Арсеніем, плюс Валерый і Вікторыя Сікорскі. Усе работнікі Дубрава Агра і мясцовыя ўраджэнцы. Хоць прадастаўляць жыллё будуць не толькі карэнным жыхарам вёскі. У лістападзе мінулага года ў сельгаспрадпрыемстве здалі ў эксплуатацыю сучасную ферму, што дазваляе гаспадарцы мець значны і пастаянны фінансавы прыбытак. Тут увогуле кажуць аб наяўнасці добрых перспектыў і па гэтай прычыне не у зацікаўленасці у новых спецыялістах, для якіх і пабудавалі гэты пасёлак. Сённяшні дзень у нас валовае производства сельскохозяйственной продукции за 5 месяцев составило 115%. Мы идем, значит, ежедневно мы реализуем 36 тонн молока. Это, ну, грубо говоря, это порядка 36 тысяч в день мы имеем выручки только от реализации молока. Заработную плату выплачиваем самостоятельно. У гаспадарцы не выключают, что в перспективе побач с гэтыми домами заявятся новые. И тогда сегодняшний официальный адрес Пиравулок Полночный изменится на тую ж в улицу Молодежную. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». Три дні незабыўных эмоцій і новых сустрэч. Гомель прымае маштабны фестываль «Славянскае адзінства». Міжнародныя спартакіяды, драйв-тэсты, кірмашы і канцэртная праграма. Гэтыя і шмат іншых актыўнасцяў чакаюць гасцей традыцыйнага свята «Славянскае адзінства». Мерапрыемствы сустрэчы прыгранічных абласцей закрануць мноства куткоў абласнога цэнтра. Суседзяў па мяжы і братоў па духу тут заўсёды сустракаюць гасцінна. Как гостей фестиваля будут ждать только сюрпризы. Это и «Славянская река времени», это исторические реконструкции, это работа патриотических клубов, это, конечно же, экономический потенциал, который будет представлен сегодня с учетом кооперации, которая сегодня есть с Брянской областью, с Российской Федерацией. Это и, конечно же, торговые ряды. Моладзь Беларусі і Расіі ў суботу чакаюць шмат цікавых лакацый і інтэрактываў. Не застанецца ў баку ад свята і калектыў радыёстанцыі «Гомель-ФМ». Да мерапрыемства тут падрыхтаваліся дасканала. Завтра радиостанция «Гомель-ФМ» проводит свой большой эфир про молодежь. И мы отправляемся в наш замечательный Гомельский парк. На набережной будем на одной из сцен. Непосредственно эфир с 19 до 22, но с 10:30 вечера до 11 до самого фейерверка радио «Гомель-ФМ». Все наши диджеи, вся наша классная команда, будем и на сцене тоже. Наведвальников мобильной радиостудии, а так само слухачов прямого эфиру чекают цікавые конкурсы, подарунки и мора позитиву. Міжнародны дзіцячы лагер «Крыніца славянскай дружбы» аб'яднаў дзяцей з Гомельскай і Бранскай абласцей. Сёння адбылося яго ўрачыстае адкрыццё. 100 дзяцей па 50 ад кожнага рэгіёна размясціліся ў дзіцячым рэабілітацыйна-аздараўленчым цэнтры «Рамантыка Люкс» на беразе вадасховішча. Удзельнікаў чакае насычаная праграма, разнастайныя квесты, тэматычныя секцыі, майстар-класы па народных рамёствах, інтэлектуальныя турніры. У меню прадугледжаны стравы беларускай кухні. Многія ў лагеры не ўпершыню. Падобныя сустрэчы – магчымасць карысцю правесці час і знайсці новых сяброў. Сегодня выпала такая огромная честь поприсутствовать здесь опять же с брянскими, уже знакомыми тебе людьми. Когда ты стоишь, и они видят тебя, махают, здороваются с тобой. Они очень хорошие, приятные люди. И это огромная честь выпала, то, что сегодня есть такая возможность сделать этот замечательный проект, чтобы мы почувствовали эту дружбу между городами, которые так хорошо сотрудничают.
Я успела познакомиться с многими ребятами из Белоруссии. Мы будем дальше продолжать общаться, поддерживать связи. Очень многие годы связывает тесными дружескими узами коллективы двух дворцов, Брянского областного губернаторского и Гомельского областного дворца творчества. Конечно, мы общаемся не только при помощи телемостов и дистанционно, но вот такие встречи, они, конечно, дают нам шанс и возможность показать на практике, поделиться опытом, в первую очередь, как педагогам, и, конечно, дать возможность пообщаться, познакомиться с ребятам. Форум разлічаны на два дні. Заўтра удзельнікаў лагера прыме абласны цэнтр. Апошні крок на шляху да дарослага жыцця. 240 студэнтаў Гомельскай вобласці адправіліся сёння на рэспубліканскі выпускны ў Мінск. Звыш 5 тысяч лепшых навучэнцаў ВНУ з усёй краіны сустрэнуцца на адкрытай пляцоўцы каля палаца спорту. Такім маштабным свята стала ўпершыню. Запланаваны канцэрт, дыскатэка, водна-вогненае шоу і шмат іншага. Якія эмоцыі перапаўняюць гамельчан і як ішла падрыхтоўка да важнай падзеі ў сюжэце нашых корэспандэнтаў. Для Артема Скоромного сапраўдная ўзнагарода побывать на республиканском выпускным. Его выбрали не выпадково. Студенты двойчы лаўрэат президентской стипендии. Так само молодой человек находится у перспективном кадровом резерве облвыканкама. И это только невеликая частка досягнення студента. Прежде всего, это честь и гордость за то, что меня выбрали для поездки в Минск на республиканский выпускной. Я испытываю смешанные эмоции, я очень волнуюсь, переживаю, потому что там будет глава государства. Мы едем большой группой от нашего университета, прежде всего это отличники. Хочется поблагодарить университет за то, что все 4 года они меня поддерживали и помогали мне во всех моих начинаниях. Сярод лепшых студэнтаў Гомельшчыны Татьяна Пименёнкова. Навіна, што яна едзе на рэспубліканскае свята выпускнікоў, аказалася радаснай і чаканай, бо Татьяна ўсё студэнцтва вяла актыўнае творчае і навуковае жыццё. З асноўных яе дасягненняў – двойчы стыпендыят спецыяльнага фонду прэзідэнта, уваходзіць у банк даных адоранай моладзі. А з нядаўнага часу Татьяна супрацоўнічае з нашай тэлерадыёкампаніяй. Ну і вядома ж, заслужаны чырвоны дыплом, які вось-вось апынецца ў руках. Кожная выпускніца марыць быць самай прыгожай і захапляльнай, таму дзяўчына падышла да гэтага мероприемства с ответственностью. Это очень важный этап в жизни, и логично, что подготовка велась очень активно. Конечно, на этом празднике есть определенный дресс-код, поэтому пришлось постараться. Вот. Я, в свою очередь, отошла, можно сказать, таких традиций, и за место платья выбрала брючный костюм белого цвета. Он мне кажется, что больше подходит и по характеру, и все-таки дополняет меня. На республиканским выпускным не только поменьшует с завершением в учебы и подороть незабывные эмоции, некоторым студентам и выкладчикам в резиденту ручить специальные узнагороды. На самом деле, таких ребят достойных, которые могут и должны быть отмечены, их больше значительно. В прошлом году мы отправляли только 4 человек, но на сегодня у нас 40 человек, и из них, к счастью для нас, это особая гордость, Хохлякова Татьяна Сергеевна, она скоро предстанет перед президентом и будет удостоена награды, особой награды, которые отличают, ну, скажем так, лучшие из лучших. Долгочаканное свято выпускников ВНУ пройдет с 9 вечера до полуночи. Для студентов выступят белорусские артисты, будут организованы незвычайные фотозоны. Видовочно, добрых успоминов хопить на долгий час. Виктория Крыльда, Василия Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Прицел, замах, кидок і ў яблычак. У Гомелі стартаваў чэмпіянат і першынство Еўропы па спартыўным кіданні нажа. Удзел прымаюць больш за 70 спартсменаў з Беларусі, Расіі, Грэцыі, Венгрыі, Сербіі ва ўзросце ад 12 до 72 гадоў. Сярод іх тытулаваныя спартсмены і дзеючыя чэмпіёны свету. Падрабязнасці далей у сюжэце. Чемпионаты света по спортивным киданию ножов начались еще в 2001 году в России, але только в 2019 набыли статус официальных. Чемпионаты першинство Европы проходят у першиню. Характерно, что на территории Гомеля. Я 5-кратный чемпион мира по спортивному метанию ножа. Значит, 4 раза я был по федерации Unified. Вот, а сейчас я действующий чемпион мира 2022 года. Я сам по себе тренируюсь. Вот. У меня есть свой стенд, есть своя площадка, я там тренируюсь.
Кидание ножа – один из тех видов спорта, которым может заниматься любой. Постановка техники займает не больше за годину. А правила безопасности можно характеризовать четырьмя словами. Все треба делать одночасово. Вид спорта доступен каждому. Более того, мы уже начали развивать среди инвалидов, среди ПОДа. Колясочники очень хорошо, ребята молодцы, подтягиваются. Для них это такая серьезная отдушина. Вот, и вот важно для них, это, я считаю, плюс ко всему, каждый спортсмен держит в руке килограмм, за тренировку полтора часа выбрасывает, перебрасывает порядка полтонны металла. То есть нагрузочка такая хорошая, она распределена. Головный спортивный инвентарь – профессийные ножи, которые отримали аккредитацию Международной Федерации. Они отрозниваются от обычных своей конструкции. У их кидания важная выразность и спокой. Очень интересный вид спорта. Здесь нужна очень хорошая концентрация и, скажем так, держать себя в руках. Нервным людям в нашем виде спорта совершенно делать нечего. То есть чем больше ты нервничаешь, тем хуже результат. Чем мне нравится этот вид спорта, что он как раз заставляет вот именно себя держать в руках и контролировать свои эмоции. Назва дисципліни насторожує, але тренери запевнюють, що займатися киданням ножа можна со школи. Гэта безпечно, улічуючи, що грані спеціально затуплені. Навіть у міліції підтверджують, що гэтыя снаряди не з'являються холодною зброєю, їх можна без обмежування купити у крамах. Учусь, можно так сказать, в военно-патриотическом клубе «Лазурит». Мне там предложили попробовать специально вас, ну, в общем, попробовать это дело. Вот. Первый раз я пришла, не очень получалось, но потом все уже хорошо было. И через 4 занятия я уже заняла первое место, но во время занятий я больше зарабатывала очков, чем тут. Ну, я довольна результатом. У Беларуси кидание ножов не является официальным видом спорта. Займаются им на аматорском уровне. Але спортсмены ставят перед собой амбициозные задачи и сподяются, что с часом и у нашей краине этот вид спорта выйдет на профессиональный уровень. Выники чемпионата и першинства Европы подведут 25 червня. Виктория Крюда, Василий Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня по всей краине проходит интернет-челлендж «Народная зарадка». Короткие видеоролики с отповедным хэштегом размещаются у социальных сетках. До спортивного марафону долучились супрацовники телерадиокомпании «Гомель». «Народная зарадка» прошла на стадионе «Центральный». Разминку провел тренер футбольного клуба «Гомель» Микита Марсьянов. Удел у подобных челленджах – еще одна возможность нагадать об тем, как важно вести активный образ жизни и заниматься спортом. Бо это одна из основ здоровой нации. Завтра жыхары региона могут адресовать свои пытанні представникам мясцовой улады. У Гомельским аблвыканкаме по номеру 33 12 37 прямую линию проведе наместник старшини Андрей Барановский. Звороты от гомельчан прыме кіраўнік справ гарвыканкама Алексей Васюченко. Телефон для сувязи 51 19 84. Час работы прямых линий с 9 раніцы до поўдня. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжае де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. За сутки спасены 3 человека, пытавшиеся переплыть реку. Первый случай произошел в Лельчицах. 14-летний парень самостоятельно не смог доплыть до берега. Второй инцидент произошел недалеко от Ветковской спасательной станции. Нетрезвый мужчина переплывал СОЖ. Его неадекватное поведение сопровождалось агрессией. Спасенный отправился на освидетельствование. Между тем, в Мозыре в реке также тонул нетрезвый мужчина. Пострадавший решил переплыть Припять, чтобы попасть на остров, но не рассчитал силы и начал тонуть. Его спасла дежурная смена освода. Мужчину подняли на катер и оказали первую медпомощь. В Пинске инвалид стал жертвой 2 19-летних аферисток из Гомельской области. С девушками парень познакомился и завязал переписку в соцсети. Они воспользовались его доверчивостью и стали под различными предлогами вымогать деньги. Всего путем обмана злоумышленницы выманили более 1000 рублей. Правоохранители установили личности девушек. Проводится проверка, принимаются меры для возмещения ущерба.
За ролик в соцсети с инспектором милиции несовершеннолетний стал фигурантом уголовного дела. Пока правоохранитель оформляла документы на шумных молодых людей, катающихся на скейтах и велосипедах, за ее спиной молодежь танцевала и демонстрировала непристойные жесты. Данное видео 17-летний парень загрузил на свою страницу в соцсеть. В отношении него возбуждено уголовное дело. Гомельчанка в различных банках города оформляла на свое имя банковские платежные карты. Реквизиты, а также коды передавала своему знакомому за небольшие суммы. Парень, заполучив все необходимые сведения, использовал их для перевода, легализации и обналичивания денег, которые получал от преступных сделок. Сейчас девушке вменяют 11 эпизодов преступной деятельности. Ее знакомый также подозревается в совершении преступлений. В деревне Малевичи Жлобинского района по улице Школьной горел дом. В результате пожара повреждена кровля, потолочные перекрытия, стены и имущество внутри. Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом привело к возгоранию хозяйственной постройки в Гомеле по улице Деревообделочной. В результате пожара постройка полностью уничтожена. По той же причине горела хозяйственная постройка и в деревне Прудок Светлогорского района по улице Школьной. В результате возгорания уничтожена кровля и повреждены стены. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение эфира «Беларусь-4. Гомель. Спортивное обозрение». В студии Никита Береснев. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель» завтра проведет выездной поединок в рамках 13-го тура чемпионата Беларуси. Соперник – Ислыч. Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Команды на данный момент соседи по турнирной таблице. У каждой по 14 набранных очков. Еще один представитель региона «Мозырская Славия» свой матч проведет дома против солигорского «Шахтера». Закроет программу тура в воскресенье «Батэ» и «Нафтан». Даниил Орехин и Денис Сергушкин покидают хоккейный клуб «Гомель». Форварды продолжат карьеру в чемпионате Казахстана. Даниил Орехин в форме «Гомеля» провел 12 поединков, набрал 6 очков. Денис Сергушкин выходил на лед в 14 играх. В его активе также 6 результативных баллов. Финальный этап розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд стартовал в Барановичах. В соревнованиях вместе с тремя призерами недавно завершившегося чемпионата страны Брестским строителем, Минском и ХК Гомелем сыграет российская команда СПБ УОР-2 из Санкт-Петербурга. Обладатель трофея станет известен 25 июня. В прошлом сезоне кубок завоевали хоккеисты Минска. В недавней серии за золото национального первенства минчане впервые с 2014 года уступили титул брестчанам. Женские команды начнут борьбу за кубок страны через неделю. На площадке в Минском парке имени Горького будут соперничать лучшие белорусские клубы. Действующий обладатель кубка и чемпион Беларуси Гродненский «Ритм», а также Виктория из Смолевичей, Минск и текстильщик из Барановичей. Победитель женского кубкового розыгрыша определится 2 июля. В Минском дворце спорта завершился 6-й день открытого чемпионата союзного государства по фехтованию. В женском командном турнире шпажисток сборная Беларуси заняла 5-е место, пропустив вперед российских спортсменок. Лучшей была первая команда Московской области, на второй позиции спортсменки из Башкортостана, а 3-е место у второй команды Московской области. Победителем мужского командного турнира также стали представители Московской области. На 2-м и 3-м месте спортсмены из российской столицы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Никита Береснев. Оставайтесь на нашем канале.